Приветствую! Вашему вниманию мои новые съемки Юпитера через телескоп. Я покажу вам и оригиналы видеозаписи, и обработанные кадры. Также покажу быстрый вариант обработки изображения для получения лучшего качества. Важно понимать, телескоп – это полдела. То, как вы хорошо увидите планету, зависит от многих факторов. В какой окуляр смотрите, какую камеру используете и какие настройки параметров изображения при этом устанавливаете. И, конечно, состояние атмосферы. Облака, прозрачность воздуха, влажность, ветер. В астрономии состояние атмосферы называют «сиинг». Возможно, вы будете удивлены, но если небо ясное, без облаков, это еще не значит, что вы хорошо увидите космос. Если будет сильная турбулентность в атмосфере, качество изображения будет плохое. Получается, что от ночи к ночи планета видна то лучше, то хуже. Многие заметили, что удается поймать буквально 1-2 ночи в год, когда атмосфера спокойная и воздух чистый. Юпитер быстро вращается. Планета-гигант делает оборот вокруг своей оси всего за 10 часов. Поэтому производить съемку для сложения в итоговый кадр можно с длительностью видеороликов 1-2 минуты. Если хватит терпения и ничего не помешает, можно записать множество роликов без остановки один за другим в течение нескольких часов. Далее обработать все эти ролики в кадры, а потом кадры выстроить в видеоряд. Таким образом, можно за несколько часов съемки получить в итоге изображение вращающейся планеты. Мне пока не удалось подобное провернуть, может быть, в отпуске. Я покажу вам пример экспресс-обработки. Записанный видеофайл я открываю в программе PIP, которая центрирует планету в середине кадра. Плюс можно сделать кроп. Сейчас не буду останавливаться на подробностях. Это все хорошо описано в статьях и показано в видеоуроках на YouTube. Далее я открываю полученный видеофайл в программе AutoStacker или Registax. Вручную ищу кадр, который будет выглядеть лучше остальных. После этого ставлю опорные точки, по которым будут анализироваться остальные кадры. Проходит анализ, после этого сложение отобранных кадров. Далее творчество, коррекция цвета, кривых яркости, резкость и другое. Можно программным способом избавиться от рефракции. Результат преломления света в атмосфере, что окрашивает планету цветами с разных сторон. Вивлеты позволяют усилить видимость деталей, грубо говоря, многоуровневая резкость. Далее в Photoshop я также произвожу коррекцию цвета, уровней, кривых и прочее. Тут главное не перестараться, так как могут проявляться артефакты на изображении, не имеющие отношения к природе и самому объекту съемки. Как, например, сейчас видны на шаре планеты кольца, как у луковицы. Это я перестарался с вивлетами. Вот что у нас получилось. Сравним с исходным изображением.
На очереди ролик с Сатурном. Если есть вопросы, пишите. Стараюсь отвечать по мере возможности, но комментариев на канале очень много. Подписывайтесь на новые видео и трансляции, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления. Будьте здоровы, удачи вам!